себя? Я люблю принимать. Так, вот так. Со всем моим страхом? Со всем моим страхом. На самом глубоком уровне? На самом глубоком уровне. С самого первого раза? С самого первого раза. Когда я впервые? Когда я впервые. Испытал страх? Испытал страх. А теперь я выбираю? А теперь я выбираю. Отпустить мой страх? Отпустить мой страх. Выбираю мир? Выбираю. Мир? Мир. Счастье? Счастье. Радость? Радость. Любовь? Любовь. Гармония? Прощение. Бесстрашие и защищенность. Бесстрашие и защищенность. Вдох через нос. И выдох через нос. После коррекции у человека может начаться кружиться голова. Потому что гиперсосудистый. Но не голова, все тело кружится. Но для него это на самом деле стрессовая ситуация, что-то меняется. Оно еще не понимает, что это человека не поднимает. Попить воды. Можно попить воды, дать что-нибудь сладкое. Ресурс тела затрачивается химически, энергетически для преодоления тех проблем, которые совершаются. Сейчас в его мозгу на самом деле идет такая работа, которая не снилась ему даже в повседневной жизни. Представьте, 60 лет жизни поменять. Сейчас мы работаем с той ситуацией, которую мы нашли. То есть положили на лобные бугры и... Но можно найти конкретную дату конкретного человека благодаря тестам, через мышечный тест. Возможно, мы сделали не все, может, у него не один ингредиент подключен. Посмотрим, тестируем сейчас. Держим. Еще раз держим. Вот у него тело ослабло. Можно либо воды дать, либо подождать. Но желательно воды дать. Можно, Александр? Встанешь? Сижу. Да, сейчас попьем. Я сам тоже попью, если не хватит. Ложимся. Ложись. Да. Коррекция не завершена, поскольку мы не сформировали новый рефлекс положительный, да, и не оттренировали. Посмотрим, все ли, не все ли. Держим. У Александра задействован всего один меридиан, это меридиан почек, в поддержании проблемы. А вообще, может быть, у меня были случаи, когда до 5-7 меридианов. Ну, в последнее время такие случаи попадают в клинические. Обычно 2-3, в целом много. То есть, если вы не нашли, ну, то есть вы нашли точку, проработали, попили воды, ничего не поменялось, мы ищем еще один меридиан, еще одну точку, потому что они могут быть замкнуты между собой. В данном случае только один меридиан. И сейчас мы попробуем заменить условный рефлекс. Я сам буду массировать, не надо. Есть определенные точки на руке, на груди, да, то есть мы массируем те же самые две точки, и есть точка на руке по меридиану тройного обогревателя. Ничего, ничего. Не страшно. То есть одна треть ладони от начала кисти. И просто повторим. Ну, это будет короткая такая коррекция, потому что она немножко подлиннее, на самом деле, ну, чтобы сэкономить время, да? Вот такая простая коррекция. Ну, я сейчас говорю, старых экономии времени, немного некоторые техники не сокращены. Ну, может быть, более недолго проработать. Где же нога? Нога усилилась. Я не знаю, помог я ему, не помог. Поэтому проверим те составляющие, которые мы тестировали до. Кому интересно, спросите потом про ручку, расскажу. Как продать ручку, да? Да. Так вообще ручку могу продать. Мы помним, что у нас не работала пояснично-подвздошная мышца с этой стороны. Да, или вверх? Вверх. Он включает аддукторы, приводящие мышцы, но в целом я чувствую, что нога намного сильнее.
Можем проверить ее эту мышцу, мы ее не проверяли. Вверх. Посмотрим боль, которая у него была. Немного есть. Немного есть. Еще, да. Посмотрим мышцу, которая не работала, которая связана с сердцем. Давите вниз, давите. Вообще невозможно подавить. Моментальный эффект. Да это вообще. Вообще я поражаюсь организм человека. Возможно, еще не все скорректировано, потому что у него был блок, который находился под шеей. И нужно время, чтобы мышцы расслабились. Мы можем помочь организму тем, что мы поставим шею в нужное положение. У него шея до конца не разворачивается, нет вот этой ротации. Да? То есть мы должны 180 градусов по плечу ставить. Посмотрим, как у него реагируют мышцы вот на это движение. Нет, нет, нет. Вверх. Мышцы падают. Это движение для него некомфортно. Вот это движение у него больше получается, оно для него комфортно. Все, расслабьтесь. Можете ручками держаться. Расслабьтесь. Да, вверх. Да. Сейчас я поставил голову в то движение, которое комфортно телу. Помните позвонки, про которые я вам говорил? Дело в том, что эти мышцы, если они находились на каком-то сокращении, они привели к напряжению как суставов, так связок, ну и в принципе сами движения. Вот это движение сейчас для него лечебно. Он сам себя лечит сейчас. Дома телевизор так смотрит. Ну, это достаточно на несколько минут, по сути. Можно произвести коррекцию самого позвонка манипулятивными техниками, толчком, да? Но я к чему это говорю? К тому, что ему не обязательно править атлант. Он сейчас сам ставит. Не нужно насильно его вталкивать. Что контрактура мышцы, которая нам нужна. Да. Вот сейчас он глаза поворачивает, а у него голова начинает прям разворачиваться в эту сторону. Обычно верят те люди, которые, на которых это произошло. Остальные не верят. Посмотрим, как происходит. Что-то щелкнуло. Что-то щелкнуло. Сошел блок. Ну, это голова уже больше поворачивается. Блок сошел сам, его не нужно было вправлять. Это просто лежит, можно дома так голову. Нет, все, уже не нужно. Где работает, да? Вообще нереально проверить. Вот ОФК. Мы откорректировали рефлекс клюва Александра. И сейчас мы должны закрепить условный паттерн, который создаст правильное управление движением, да, лечебным. Очень просто. Любой безусловный рефлекс, вот я имею в виду на базе построения рефлексов у человека. Можете пока поджать со мной. Прежде чем научиться ходить, двигаться, мыслить, держать ручку, писать, мы от чего-то отталкиваемся. От того, что нам дано уже природой, Богом, каких-то религиях, Аллахом, это безусловный рефлекс. Вот на базе таких рефлексов, как страх, гнев, существуют другие рефлексы. Это рефлексы двигательные.